Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит, всем нам надлежит умереть и предстать на суд Божий. Одна жизнь, один вход и один выход. И вот все, что в нашей жизни было, должно быть направлено к тому, чтобы на суде Божьем оказаться с правой стороны. Спрашивают, ну примерно, можно узнать, какие там вопросы Бог будет задавать? Экзамены? Здесь говорят выпускной, а здесь именно впускной Царствие Божие. Очень хорошо описано это в 25 главе Евангелия от Матфея, когда перечисляет и говорит, войдите в радость Господина своего. А другим скажет, отойдите, проклятые, я никогда не знал вас. Как же, мы молились, считали акафисты, молебны, причащались, не знал вас. Эту трагедию всемировую мы не можем увидеть ни в одном фильме, нигде. Это знают только люди, рожденные свыше. Они живут в страхе Божьем. Христос сказал, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьей. Матфея 22:29. Причина одна. Не знаете Писания. В этом все заблуждения. Я пытался определить количество раз, когда Господь говорил, слушайте меня. Приидите, говорится примерно 1900 раз. Это фактически вся Библия. А отойдите только два раза. Отойдите, проклятые. Почему проклятые это? Мы же молились, Иисусову молитву считали. Ни одну лестовку истерли, щетки. Отойдите. Евангелие от Иоанна 12:48 написано так. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. То есть, как написано в Святой Библии? Прямо написано. А если Слово Божие не является центральным в нашей жизни, маяком, тогда что угодно человек, любое чудо будет принимать как от Бога. Вот мне вчера только вопрос поступил опять, я уж много раз отвечал. Благодатный огонь у гроба Господня, откуда он? Как он появляется? Сегодня все расшифровано, все фикция и обман. Огонь сходит с неба. Огонь сходит с неба только в Откровении, 13 глава. И не случайно может быть. И будет низводить огонь с неба. Ну, как же считали благодатным. А с чего вы взяли, что он благодатный? А он не жжет. Ну, не жжет. Еще дальше. Если он не жжет, значит, в другом месте будет жечь. И вот мироточат иконы. Сколько шуму было об этом. Наконец, патриархию, по благословению патриарха Алексея II, назначается комиссия. Архимандриты Иоанн Экономцев, Павел Флоренский, директора разных институтов, верующие все, тщательно исследуют химический анализ. И, наконец, говорят, не сатана ли над нами смеется, ибо чудеса творит и дьявол. То есть нечистая сила подкидывает нам материалы, и мы ломаем голову. Священникам надо заниматься проповедью, помогать людям встать на ноги. Я не занимаюсь чем? Икона замироточила. Раньше говорили, вот Иверская мироточит, у русской православной зарубежной церкви, а у патриархии нету ни одной иконы. А теперь, оказывается, только в Иваново более 3000 мироточивых икон. Притом берут обыкновенные иконы, бумажные, подъезжают дома, и она уже в сумке начинает мироточить. И даже говорить страшно, портреты самых нечестивых людей начали мироточить. А почему? Да потому что иудейство в душе. Апостол Павел говорит, иудеи требуют чудес, они не просят, не молят. Хотя они говорили, покажи нам чудо. Подтверждение, он говорит, другое не дастся, кроме Ионы пророка. Как и он был в чреве кита 3 дня 3 ночи, так Сын Человеческий в чреве земли. Другого не надо чуда, ты в это веришь, все. Все остальные ниже чудеса. Распятый за наши грехи Сын Божий воскрес третий день. Все на этом. Иудеи требуют чудес. И какие иудеи? Апостолы. Покажи нам Отца, и с нас довольно.
Неужели вы не верите, видящий меня видел Отца? Ответ один. Господь не показал чудо, а Он мог бы сделать это. И Слово Божие, мы видим, всегда начинается сначала. В начале сотворил Бог небо и землю. Вот это начало, первая буква В. В начале. А как проверить? Да как ты проверишь? Ученые говорят миллиарды лет. Не миллионы, а миллиарды. Мы не должны увлекаться этими выкладками людей, которые Бога не знают. Вот это сейчас вопрос о школе. И сразу же поступили мне записки. Зачем вы бьетесь о школе? Кому вы будете отдавать детей, которые от обезьян произошли? Они не знают, что учителя у нас все верующие. Лучшего места для воспитания детей в христианстве, чем у нас, я просто не знаю. И соблюдать, чтобы государственный закон, но на первом месте божественный. И вот эти все заблуждения идут от незнания Слова Божия. Я выписал несколько мест, если кто запомнит, или потом спросите. Книга пророка Исаии. Считаются великие пророки Исаии, Иеремия и Иезекииль. А остальные 12 малые пророки. Но все говорят об одном. О точном исполнении сказанного Богом. Дабы в точности исполнить. Иисуса Навина 1.8. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Не чудесающие, не молитвы какие, а закон. 1 Тимофею 4.16. Если по Слову Божию Бог будет судить, все остальное не имеет никакого значения. Мне лично Бог это положил в первый день, когда я начал читать Библию, в 23 года. Я понял, остальные мои знания, а зачем они? Я умру, и по этой книге меня Бог будет судить. Я должен день и ночь, написано, получается мне день и ночь. Так ли мы делаем? Что пользы, если мы эти слова услышали, а теперь ушли дома и сидим у телевизора или в интернете, засохли сегодня? Зачем тебе это? Ты найди такой канал или что, где проповедуется живое Слово Божие. Пророк Исаия, 5 глава, 9 стих говорит, «И вложил в уши». На первом месте это слышание, уши. Вот я и сказал, сколько раз «слушай», «слышал». Разные глаголы, никакого числа, это везде сотни, сотни, сотни выдает поисковик. То есть речь идет очень и очень о большой цифре, где Господь призывает к слушанию Его. Ну а есть люди, которые ищут еще чего-то. Феофан Затворник говорит так. Есть символ веры, Никеос Цареградский, веруя во единого Бога Отца. И есть творение святых отцов, все. Очерченная ограда, за это не заглядывай, тебе это не надо. Там дьявол тебя сразу уловит. Но ты должен это хорошо усвоить. Даже проверять и символ веры, и творение святых отцов по Слову Божию. Как бы ни велик был авторитет, но Слово Божие говорит, нас будет судить. И мы видим, что, как Серафим Саровский говорит, когда Господь оставлял меня, я ошибался, говорил, давал советы неправильные. Об этом говорят все святые отцы. А когда Он оставлял тебя, где написано? В четверг, в пятницу? Нигде ничего не написано. Поэтому сверяйся со Словом Божиим. Пророк Исаия, 8 глава, 30 стих говорит, обращайтесь к закону и к откровению. К Слову Божию. Бог открыл что? И если это не так, что у тебя есть брошюрка, книга, не так, то нет там света Божия. Нет, там тьма. Человек в потемках находится. В кромешной тьме. Но днем что мы делаем? Вообрази, что тьма. Вот я вчера об этом прикинул. Чем мы занимались вчера? Валили деревья. В сплошной темноте, когда нигде нет света. Мы дождали бы на это, да даже не шевельнулись с места. Валили бы деревья на сами на себя. И поэтому Слово Божие убедительно вкладывает к нам в уши. Пророк Исаия, 35 глава, 5 стих, говорит, отверзите уши, ибо уши есть, а слышите не слышите. Давид говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Это не эхо. Сказал Бог, а теперь я внутренне себя. Да этого не может быть, я не расслышал. А если я это услышал, Господи, помоги, я так и думал. Я получил отзвук. То, что получил от Тебя в рождении. Я не считал нигде, теперь Ты мне это сказал. Все исполняю. Однажды сказал, дважды слышал. Мы видим, в самой древнейшей книге считается книга Иова. На равных примерно с Бытие. Три
друга, князя, пришли посочувствовать Иову, которого Бог сурово поразил. Отнял все у него, детей. 10 детей в один день погибли. И не где-то, а дома. И то, что они ели, говорит, на блюдах, мозги смешались с этим, Иоанн Златоуст говорит. Это один ребенок потерянный. Да что ребенок? Животное, и то мы жалеем. Имение, самый богатый из сынов Востока. Все отнято было. Ничего у него не осталось, но он Бога прославил. Тогда сатана, это сатана выпросил его у Бога. Потому что Бог похвалился, а ты видел раба моего Иова? А нас Бог скажет так или нет? Видел раба моего? Такого-то, по имени назвать. И далее, невероятное. Сатана говорит, ну, это богатство, конечно, а вот тело его коснись. Господь сказал, наведи на него болезнь, любую, но только не до смерти. И он поразил его проказой, лепра, которая неисцельная практически по сегодняшний день. Хотя в Японии профессор Мацуда что-то изобрел, и говорят, будто бы вылечивает там Китай. А на самом деле тело распадается на части, выедаются глаза, прикоснуться нельзя, его изгоняют. Он сидел на навозной куче, гноище называется. Друзья пришли его утешить, а вначале прославлять Бога. Бог прав, не был бы грешником, тебя бы не наказал Бог, да еще мало наказал, если бы Бог все открыл, ой, что с тобой было бы. Но в конце мы видим, Господь говорит, пусть Иов принесет за вас жертву, помолится, ибо от вас я не приму. Вы не столь верно рассуждали о мне. А он с Богом рассуждал без сюсюканья. Как будто бы от обыкновенный человек и говорил, я требую суда. Суди меня, Боже, я выйду чист. Несправедливо меня так поразил. Когда считаешь, думаешь, друзья-то правее его были, но концовка показывает, не столь верно. Нужно рассуждать о любом деле, сравнивая с Библией. А сравнивать это можно, когда ты ее знаешь. Я часто повторяю слова Кирилла Иерусалимского. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Два момента. Говорить тогда точно по Библии, и кому ты говоришь, чтобы они ее знали. И могли сравнивать. Сегодня часто бывает, говорят, а Слово Божие в руках не держали. Я стою на площади, открывает памяти Кириллу Мефодию. На площади в Москве говорит патриарх Алексей II Редигер. Около 20 минут. Пространная речь. И слово «Христос» в Библии ни разу не прозвучало. Я об этом указал батюшке, другим священникам. Они стали слушать и других проповедях точно так же. А чему он может тогда научить? Так он патриарх. Перед Богом нет величия, перед Богом есть исполнитель. Парализованный, больной, бабушка какая-то, но она знает Слово Божие. Знает, и Господь открывает ей больше и больше. Но сказать, возьми одр твой или возьми постель твою, какая тут разница? И вот Трифили, ученик Спиридона Трифунского, говорит, и одно слово заменил другим. Но во время проповеди прерывать нельзя. Спиридон Трифунский, это его друг, оба епископы. Он встал сразу и вышел из храма. И стоял там. Зачем? Что ты делаешь? Ты умнее того, кто написал? Когда он вышел, так это одно и то же. Я спрашиваю, ты умнее, кто это написал? Это написал евангелист Духом Святым. Зачем ты заменил слово? И он сразу присел. Не заменяйте одно другим слово. Если ты говоришь, ты тут можешь говорить и сказать вольный пересказ. Но когда берешь и слово Божие, будь аккуратен. Я только беру великих пророков. Иеремия, 5 глава, 21 стих. Народ не родил от пребывания Слова Божия, и Бог запечатал им уши. Они ничего не слышат. Имеют уши, но не слышат. Иезекииля 12:2. Есть уши, но не слышат. Есть глаза, но не видят. И 23:25 говорит так. И отрежет Господь уши и нос. Вот представь себе, за уши когда трепет, больно? А Господь говорит, отрежет. За то, что слушать не умеете. Заложили предрассудками различными то, что я вам дал. Когда заканчивается священная книга Библии, в конце написано, в последней главе, «И дух, и невеста да скажут, приди, и слышащий да скажет, приди». «Приди, о чем мы молимся, да приди Царствие Твое». А здесь прямо обращается к Господу. Его страшное
второе пришествие. Все мертвые, от первого человека Адама до последнего, встанут на суд Божий. И Бог раскроет книги каждого человека, что мы делали от рождения до смерти. И одна книга, которая называется «Книга жизни», и в ней будут записаны только имена. Я никогда не забуду, когда сдавал экзамены в институт, прочитал, моего имени нет в списках. Сердце упало, меня из дома отпустили, мне 3 рубля на дорогу дали. Как я пойду домой? Я не поступил. И кто-то сказал, на втором этаже второй список висит. Я, наверное, всех обогнал туда несся. Как же будет на суде Божьем, если имени не будет там? Впиши нас в книгу жизни, Господи. А когда человек вписывается? Тогда, когда сердце его делается другим, когда он принимает Господа, впускает его в горницу души своей и молится ему, как Богу и Создателю, уповая на милость его. Уши на первом месте. Не глаза. Глаза в этой жизни нам более нужны, а для Бога уши. И Бог говорил, как говорил, мы не знаем, но написано, Адам и Ева после согрешения услышали Господа, ходящего в раю. Что Бог ходил с собой, разговаривал, но мы, не прибавляя ни слова, то есть услышали, не увидели, а услышали. И когда Господь говорит с учениками своими, Он обращает внимание на то, чтобы Слово Его вошло в людей. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Из чрева Его, как сказано, потекут реки воды живой. Какой? Слово Божие. Благодать Духа Святого коснется. Благодать Духа, принятая тобою, заставит тебя заботиться об окружающих. Если трудно что-то понять, найди святые труды. Вот у нас здесь был священник, один еще он уехал, все бросил. Зашли книги, которые давали, я дарил Ефрем Сирин, все в бане лежат на растопку. Даже мусульмане и те понимают, если в газете напечатано имя их Бога, и кто-то бросит в урну уголовно наказуемое преступление. Сегодня на журналах церковных пишут, для бытовых нужд не используйте, потому что здесь Слово Божие. Не просто имя Божие, а Слово Божие. И вот здесь мы должны провести ревизии. Когда с кем-то разговариваем, идем, узнаем, вопросы задаем. Какое отношение имеет это ко мне? Как об этом говорит Слово Божие? А что, Слово Божие, оно все дает ответ? Отвечаю, да. У меня была встреча в Новосибирском академгородке. Моя сестра с мужем договорились как-то. Ясно, зал большой, академики, профессора. Я вышел из Библии и сказал, в этой книге даются ответы на все вопросы. Меня предупредили, что здесь работают баптисты, и многие Библии считают. И один мужчина встал с Библией в руках и говорит, я в это не верю. Я говорю, ну если я вам отвечу на 3 вопроса, я по Библии отвечу, что они есть, вы сможете встать перед всем обществом и сказать, что вы ошибались? Конечно. И задал вопросы. Вопросы непростые. Он твердо был уверен, что Библия на этот вопрос ничего не скажет. Но когда открыли места эти, все подтвердили. Библия говорит именно об этом. Где сказано в Библии о том, что Чернобыль, 4-й блок, взорвется? Очень просто. Пала с неба звезда полынь. Полынь означает черное бытие, горькая трава. Вот и все. Чернобыль. Пала звезда, имя Полынь, и отравленные воды, Припяти и другие. Так, да, это так. Так 2000 лет назад это было предсказано. А что важное событие? Важное. Половина Европы глаза засорила. Людей научило быть более внимательными в жизни своей. Все до одного оказались зараженными, которые попали под этот туман. Еще 2 вопроса. И он тогда встал, ни слова не сказал. Да, я... Не знал этого. И не стал больше стоять. Вышел. Видимо, уже что-то у него было подготовлено. И это так запечатлелось. Если у тебя есть вопросы какие, подготовь их. У нас сегодня будут занятия. Чтобы твое доверие к Слову Божию, к Библии было полным. А не так, как сегодня открылось, вакханалия самое настоящее. Знает несколько слов, по словарю разыскивает.
и судит, что Библия русская переведена неправильно. Нашли три ошибки, а сейчас говорит, тысячи ошибок там. А по словарю, а те, которые переводили, они не по словарю переводили. Это люди природные, евреи, с высоким образованием, притом четыре духовные академии, притом отдавали на проверку из трех присутственных дней в месяц синод. Синод разбирал. Канонизировано двое, это Филарет Дроздов, митрополит, и архимандрит Макарий Глухарев, алтайский миссионер, из переводчиков. Им равных нет. Сатана бьет в самое сердце. А ты скажи, я верю, Слово Божие истина. Не добавить и не убавить к закону. И Господь хотел, чтобы евреи это знали. И поэтому у них называется хранилище, на косяках, чтобы писали, коробочки такие, в них вкладывают закона Божия записанное. У тебя тоже должен быть Новый Завет или что-то с собой. Мы пошли ночью. Что с собой взять? В первую очередь Евангелие. Если даже и убьют, вор будет копаться, он может обратиться. Ты о нем позаботься. Самое главное. Шла сестра наша с работы, и вдруг наскочил, вырвал сумочку. Говорил, в сумочке не храни документы. Сумочки получку за 3 месяца, кажется, дали. И ключи, и все уплыло. А было ли Евангелие? Не было. Вот самое печальное. Это все нашитое. А он задумался мог. Поэтому Слово Божие убеждает нас открыть уши, быть внимательным. И то, что евреи до этого учили, их учили с детства, и учили очень хорошо. Была одна дисциплина в школе – богословие. Одна единственная дисциплина. Если там было написано что-то, то обязательно это надо было узнать по Слову Божию, потому что есть. Если мы считаем про Луну, звезды, по тем временам что-то тоже было известно. Если считаем о пшенице, о чем-то, о земледелии, в Библии об этом говорит, вышел сеять и сеять. Как сеять? Неважно, рукой разбрасывал ты или на сеялке поехал. Но будут сорняки. Неважно, как бороться, главное, чтобы не выдергать. Сегодня придумали, не выдергать, опрыскал и проще. И ты скажешь, продвигается все, а сорняков не избавились. Вроде брызгали, идешь и не поймешь, где гречка, где пшеница. То есть ежедневно мы видим подтверждение Слова Божия. Вор с ворами ничего не могут сделать. Все воруют и всюду друг у друга. Дальше. Ржавчина, моль. Не могут избавиться. Слово Божие сказало об этом. Вы знаете, моли есть какие-то лекарства от ржавчины. Это очень дорогостоящее удовольствие. Как очищает ее разным, вот сегодня очистишь ржавчину где-то. Какими красками покрывает, сколько слоев. Бесполезное дело, все равно проникнет что-то и дальше будет разрушаться. И ты скажи, Господи, ты прав. Вот так иное мнение, как ржавчина, как моль, разъедает душу. Услышал о ком-то, а я-то думал, а он-то такой-то. А потом скажу, а на суде Божьем меня спросят о том, что я узнал про другого. Да еще и не подтверждено, так это или не так. Кого вы слушаете там, патриарх? Он патриарх сегодня, и он благословен. Сказал неправильно, мы это высветили по Слову Божию. Можем сказать, но не дали этого идти. В любом вопросе нужно знать грань, что об этом скажет нам Слово Божие. На сегодняшний день знающих Священное Писание людей не так и много. Ну, кажется, чего особенно совершить крестное знамение? Тут и много знать не надо. Во-первых, в Библии ничего об этом не сказано. А все-таки сказано. Сказано, что он был распят на Голгофе. А говорили как? Положить начало в освящение мозгов, тут памяти, дальше на грудь. Вот здесь вот на грудь, в освящение чувств, ну, направо этого одесную отца. Здесь теперь смотрите, как получилось. Эту линию делай, вот это внизу, меньше, чем вверху. Если сейчас закон Божий вышел, слабоского, а лучший считается вариант Слова Божия, и говорят, сколько лет мы учили, записывали, и учили неправильно, крест перевернутый. А перевернутый крест только у колдунов. Что мы делали? И сейчас говорят, Господи, чрево, пуп, где вот сюда опусти руку, право и лево, чтобы вот это от черты, вот это было длиннее.
А почему? Да. Крест не просто страдание, крестов креста. Господи, а ты глава всему, я голову трогаю. Ты сотворил этот мир. Выше тебя никого нету. Иисусе Христе, это имя ты получил через чрево Преснодевы Марии, Сыне Божий, и воссел одесную престола величия. Помилуй меня грешного. То есть Христос спасает нас раскаивающихся. Прямая линия должна быть. А на левое плечо, как правило, куда-то сюда, под мышку свою. Простенькое дело. А сколько об этом спору было? Два перста или три? Как правильно? У старообрядцев есть историк такой, Мельников Петр Ефимович, он написал это, что во времена Иоанна Златоуста, оказывается, потом я нашел, крестились, крест на знамени одним перстом. Ну, каким не написано? Ну, я предполагаю, что не мизинцем. То, что более всего, почти мышцы священник, когда помазует одним. Все стало на свое место. А во времена апостолов как было? Да то-то, что не написано. А раз не написано, и спорить не надо. Мы знаем, что двуперстие князь Владимир принес на Русь. Сергий Радонежский так молился, канонизировал. Серафим Саровский тремя, Иоанн Кронштадтский тремя. И о чем спорить? И тебя Бог будет спрашивать об этом. Вот поэтому у нас свобода, мы никогда не спорим и не говорим. Свято то и другое, совершаемое с верою. И поэтому, если в Слове Божьем определенно нет, спорить не о чем. Посмотри, как это принято. Как это, чтобы не внести смущение или прочее. У меня знакомый священник, еврей, православный, обратился в моем доме и как-то приехал в город, в Москву, и пошел к старообрядцам. Я говорю, ты не забывай, два перста у них, а за тобой сразу будут смотреть. Ну я так и понял, что два перста, а он тогда два перста вот так вот, а тремя вот здесь задели. Все равно остался троеперстник, а два вот так вот. Я говорю, никто не сказал, нет, видимо, руку поднимаешь, не видно было. То есть нужно все до конца сказать, то и другое свято, чисто и благословенно. Пусть Господь вложит в наши уши, чтобы их потом не отрезали, слышать. Так, как Господь заповедовал, чтобы уши наши были отверсты к слышанию. И когда мы считаем в Новом Завете, непрерывно Господь говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет? Да все с ушами. Ну без ушей там вообще мало таких людей. Только у пленных где-то, может, у мусульман там отрезали уши. А как слышишь? И как толкуют святые отцы? Когда отвергли святых отцов, тысячи сект появились. Сохрани Бог нам уклониться от святой православной веры, в которой спаслись тысячи людей, великих подвижников, которые расслышали Слово Божие и понесли его другим. Аминь.